Приветствую, друзья! Продолжаю серию видеообзоров про устройство проекта Modcam.ru. И сегодня мы с вами снова поговорим про Zigbee пульт, но уже на обновленной прошивке и версию на 12 кнопок. Уточню, что существуют версии на 8, 12 и 20 кнопок. Те, кто не видел мой предыдущий обзор на пульт на предыдущей прошивке на 8 кнопок, рекомендую посмотреть, так как в ходе обзора я буду сравнивать новую и старую версии прошивок. Также хочу уточнить тот момент, что новая прошивка работает на всех версиях пульта и 8, и 12, и 20 кнопок. Этот пульт мне достался в белом корпусе. Кнопки расположены в 4 ряда по 3 штуки. На фронтальной части имеется отверстие для светодиода. При желании корпус можно распечатать самостоятельно, а для панели кнопок сделать картинку с пояснительными значками. DIY он такой. Пульт весьма компактный, на слайде он рядом с обычным спичечным коробком. Вполне себе карманное устройство, которое без преувеличения сможет управлять всем умным домом. Внутри корпуса нас ждет примерно то же зрелище, что и в 8-кнопочной версии. Добавился лишь дополнительный ряд с кнопками, он отделен перфорацией. А вот для сравнения 8-кнопочная версия, плата разделена как раз по этой линии. Вид сзади, вот этот дополнительный ряд, который, кстати, позволил распаять на плате разъемы для подключения программатора, габариты позволяют. А в 8-кнопочной версии контакты будут выступать за край платы, поэтому тут оставлены только площадки для распайки. Начинка пультов одна и та же, на базе модуля Zigbee от E-Byte E18MS1 PCB, в котором стоит чип CC2530. В обзоре 8-кнопочной версии я ошибочно сказал про наличие усилителя CC2592, его там нет. Для работы пульта нужна батарейка CR2032, одна из самых распространенных для такого класса Zigbee устройств. Сопряжение со стиком я уже показывал, в этом обзоре подключим пульт к SLS-шлюзу. Сначала включаем на шлюзе режим соединения с новыми устройствами. Потом вставляем батарейку и зажимаем кнопку примерно на 5 секунд. После этого на экране мы увидим процесс подключения и опроса пульта. Он происходит намного интереснее и нагляднее, чем при подключении к стику. Теперь давайте заглянем в MQTT и посмотрим, как изменяется топик при нажатиях на кнопки. Топик длинный, есть название каждой клавиши. Но если посмотреть вправо в окно истории, то видим, что события со всех кнопок приходят в один и тот же атрибут клик. И событий тут 4. Клик, дабл-клик, холд при удерживании и релиз после холда, когда отпускаем клавишу. Помним, что на предыдущей версии прошивки у каждой кнопки было состояние on и off, как у свеча. Это, я считаю, огромный прогресс. Соответственно, в Home Assistant нам нужно прописать один единственный сенсор, который будет считывать изменения состояния атрибута клик. Не забываем перезагрузить Instant для применения изменений. Новый сенсор на 12-кнопочном пульте способен поймать целых 48 событий. Правда, события релиза имеют довольно узкий спектр применения. Как пример, можно привести, скажем, открытие штор на холд и отключение на релиз. Но остальные 36 событий можно использовать где угодно. Также пульт поддерживает функцию прямого биндинга, который можно настроить в меню шлюза. Для этого переходим в меню устройств, выбираем пульт, заходим в него. Переходим в меню бинд. В выпадающем меню кластер видим все 12 кнопок устройств с возможными для них событиями. Выбираем, например, третью кнопку и событие 006 Gen On/Off. Из подключенных в данный момент к этому шлюзу устройств для управления подходит только выключатель. Выбираем его и единственную доступную для него опцию в Destination 1 нажимаем Bind.
Для двухканального выключателя там будет две опции на каждое реле. Сохраняем. В отличие от скрипта, который я показывал в обзоре SLS-шлюза, прямой биндинг реализован на уровне сети в режиме точка-точка. И он будет работать, даже если будет выключен сам шлюз, напрямую, только пульт и выключатель, все. Вот пример прямого биндинга на 4-канальное реле с сухими контактами. Можно забиндить каждый канал на свою кнопку. Обновленная прошивка существенно улучшила возможности устройства, ведь теперь этой маленькой коробочкой можно управлять всем умным домом, а при включенной функции прямого биндинга даже без участия координатора. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Все полезные ссылки, которые нужны для покупки или сборки этого пульта, вы найдете в текстовом файле, ссылку смотрите в описании. Также напоминаю, что все интересные новости из мира умного дома, а также акции и купоны можно увидеть на моем телеграм-канале, ссылка тоже в описании. До свидания, до новых встреч!